Эту мудрость описал Александр Сергеевич Пушкин. Когда он жил? Давно, не помню. То и корыто, то стиральную машинку. В оконцовке, если берегов не знает, с чем остается? С разбитым корытом. Когда это еще с каких времен идет? Времен очаковских и покорений Крыма. До мудрости, до женской. Берега нужно иметь чуть-чуть. Принцип достаточной необходимости. Когда берегов у женщины нету, может женщина сделать человека миллионером? Да, за неделю, если он миллиардер.